Марио Фернандес больше не сыграет за главную команду страны. Футболист сегодня объявил о завершении карьеры в сборной России. О решении Фернандеса сообщает пресс-служба РФС. Напомним, российское гражданство уроженец Бразилии получил в 2016 году. С тех пор он сыграл за нашу сборную 33 матча, в которых забил 5 мячей. Теперь 30-летний Марио намерен сосредоточиться на выступлении за свой клуб ЦСКА. Об этом он своевременно сообщил тренерскому штабу сборной и руководству Российского футбольного союза.